Ну вот когда говорят о дефиците бюджета, вопрос мне даже не смешно, как рассматривают наши эксперты в средствах массовой информации. Вот чтоб типа сидел Медведев на диване у себя в правительстве и вдруг придумал, а что бы нам при том, что цены на нефть стабильные, при том, что доходы бюджета... А что бы нам не сократить наш бюджет? Вначале он придумал сократить на 10% в прошлом году на бюджет этого года, а сейчас еще придумал на 10% сократить. Вот просто решил. Ну, действительно, а что им так много денег надо в российском? Давайте сократим. Вот это так выглядит. На самом деле, понятно, все просто. Если знать реальную фабулу событий. Появилось решение МВФ о сокращении государственных расходов Российской Федерации. Решение МВФ появилось по указанию Соединенных Штатов Америки. Не только в отношении России, и в отношении Греции, и Кипра, и многих других стран. Дальше Россия просто выполнила это решение. Если мы с вами как бы не будем понимать ситуацию так, что в результате поражения 91 года Россия колония, вассал, обязаны выполнять приказы, мы не объясним многие вещи, которые происходят. Из метрополии поступил приказ сократить госрасходы, а деньги переправить куда? Вот эти 20%, 2 триллиона рублей. В бюджет Соединенных Штатов Америки. Круг замкнулся. Наш центральный банк обязан дополнительно на 2 триллиона рублей выкупить американские доллары и ценные бумаги и направить их через механизм биржи в бюджет Соединенных Штатов Америки на финансирование в США новой программы здравоохранения, которую придумал Обама. Это программа так называемых медицинских страховых выплат. То есть российские пенсионеры, российские граждане, у них программы медицины сокращаются для того, чтобы эти деньги перебросить на программы медицины в США. Стандартная ситуация для разговора колонии с метрополией. Метрополия приказала, колония ответила «есть». Дальше собралось правительство, говорит, ну вот, американцы приказали, 20% отдай, это не обсуждается, а теперь будем думать, за счет откуда сэкономить, чтобы эти 20% дополнительно отдать. И вот они начинают думать, и где-то там, в принципе, бюджет-то неплохой в плане, если исключить вот эти 20%, сократили как могли, постарались меньше нанести вред национальной экономике. Но вот, тем не менее, факты налицо. То есть решить проблему, в данном случае, бюджета, но это очевидный просто выплата дани. Там ничего, даже никто ничего не скрывает. Можно только одним образом, восстановив суверенитет. Кстати, если мы совокупно посмотрим российскую экономику, мы увидим, что вот эта выплата дани не только бюджетом, но и центральным банком за счет эмиссии составляет, ну, где-то половина российского продукта. Добавьте к этому еще запрет на современную экономику. Путин уже 8 лет говорит о инновационном типе экономики. Никто даже не собирается создавать институты инновационной экономики, типа рынка технологий, научного бизнеса и так далее. Значит, это коэффициент где-то 3, потому что производительность труда в России в 3 раза ниже, чем, например, в Германии или во Франции. Плюс к этому добавьте запрет на национальный инновационный механизм. Это то, что где Путин говорит о офшоризации и так далее. России запрещено иметь национальные инвестиции, только зарубежные. Это коэффициент 4. Это тоже связано с механизмом эмиссии и запретом России иметь национальный крупный частный бизнес. В совокупности это коэффициент 24. То есть Россия живет 24 раза хуже, чем могла бы жить, если бы была суверенной страной. А уже куда деньги бы она направила? На высокие зарплаты, на пенсии, на освоение территории, на науку, на культуру? Это уже второй вопрос. Но в силу колониального статуса России мы живем в 24 раза хуже, чем могли бы жить, если были бы свободными людьми. Почему мы получили колониальный статус? Тоже понятно. Проиграли войну 45-91 годов, предательство советского и российского народа, который не захотел защищать свою родину, как деды и прадеды. Получили низкий уровень жизни. Дальше получим через Бирюлева ликвидацию страны, через вот эти конструкции. Ну, как говорится, предали, платите, такова жизнь.